Продолжается основной этап благоустройства исторического центра Звенигорода в рамках проекта «Звенигород. Гостиный город». В настоящее время ведется активная реконструкция главных улиц, в ходе которой подрядчики столкнулись с необходимостью выполнения дополнительных объемов работ. Администрацией муниципалитета было принято решение о продлении сроков благоустройства. До 8 сентября также продлеваются изменения организации дорожного движения в центральной части Звенигорода.